fight for my attention, for your ascension, you must prove it. Cause if you can find it, you don't can find it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come. Всем привет, меня зовут Наташа, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня мы с вами продолжаем обсуждать новинки Essence. Недавно было видео уже про новиночки Essence, была одна из новых палеток шестерок, обновленная тональная основа и кое-какое средство для бровей. Если не смотрели, ссылочка в описании, обязательно посмотрите. Ну а сегодняшнее видео посвящено вот этой вот маленькой палеточке Dancing Green. Как показало прошлое видео, а в прошлом видео была палетка I like to move it, move it, шестерочка теней была очень-очень даже хорошей по качеству. Ну, в этот раз зелененькая палеточка Dancing Green. Эту палетку я также покупала на сайте Natina всего лишь за 308 рублей. Здесь 6 оттенков, 2 матовых, 3 сияющих и один такой сатинчик, прям блекленький сатинчик. Палетка, так же как и предыдущая, выполнена из качественного пластика, есть зеркало, сделана палетка в Китае. Присутствует небольшой сладковатый аромат, я уже говорила об этом в предыдущем видео, но он не очень противный и не слишком уж такой яркий аромат. То есть небольшой сладковатый аромат, если опять-таки это для вас важно. Цветовая гамма соответствует названию Dancing Green. Здесь присутствуют зеленые оттенки, болотистые оттенки. По пигментации могу сказать, палеточка стоит каждого потраченного рубля. Более того, пигментация здесь отличная. И по текстуре, и по пигментации палетка аналогична предыдущей. То есть матовые оттенки здесь вполне шелковистые и в меру мягкие. Также в меру мягкие оттенки сияющие, и также и сатиновый оттенок. Они очень нежные, они прекрасно сводчатся. Что касается интенсивности сияния, то здесь 3 оттенка, которые ближе к металлику, и один оттенок светлый, который, ну, явный сатин. То есть он прям очень такой блекленький сатиновый оттенок. Очень мне нравится, что здесь темно-зеленый такой матовый оттенок, но он не оттенок зеленки, а такой немножечко лесной зеленый оттенок, я бы сказала. Второй оттенок, он именно такой оливковый. В последнее время очень люблю оливковые оттенки, часто об этом говорю, и в целом мне очень нравится эта цветовая гамма. Здесь есть более холодный сияющий зеленый оттенок, также более золотистый сияющий, более темный сияющий. Единственное, что не очень мне нравится, вот этот светлый сатиновый оттенок. Я бы предпочла, чтобы он был, возможно, даже матовым, для того, чтобы им можно было растушевать границы двух предыдущих матовых. Ну, как бы не знаю, не вижу особого смысла в этом сатиновом оттенке. Ну, это как бы я уже придираюсь. В макияже я использовала абсолютно все оттенки. Начала я макияж с матового темно-зеленого оттенка. Я набивала его в складку, также во внешний уголок и на нижнее веко. Далее с помощью оливкового матового оттенка я растушевала границы предыдущего оттенка. Затем с помощью консилера Conceal and Define от Makeup Revolution я сделала cut crease на половину века, после чего воспользовалась темно-зеленым сияющим оттенком и начала наносить его на подвижное веко, на границы с матовым зеленым. Далее воспользовалась сияющим золотисто-зеленым оттенком, нанесла его на центр подвижного века. Далее более холодным зеленым сияющим нанесла его на оставшуюся часть подвижного века. Сатиновый светлый оттенок я хотела нанести на внутренний уголок глаза, но, к сожалению, толку от него особого не было, поэтому более холодный зеленый оттенок я также нанесла на внутренний уголок и немножечко на нижнее веко. Для того, чтобы сделать макияж более ярким и эффектным, я воспользовалась гелевым карандашом от Ламель из линейки Oh My и оттенок мой 403. На губах у меня, кстати, сейчас помада от Catrice Full Satin Nudes в оттенке 0.40. И каков итог? Хороша ли эта палетка так же, как предыдущая?
Могу сказать с уверенностью, что да, я даже не знаю, какая из них лучше. Они обе хороши. Предыдущая палетка отличная, я ее хвалила. И эта палетка также суперская. Отличная пигментация, ничего не осыпалось. Все прекрасно передается кистью, не нужно залезать пальцем. Просто супер, суперские оттенки. Красивые, зеленоватые, с оливковым. Я балдею от того, что за 308 рублей я получила такое шикарное качество. Essence. Я просто хочу сказать вам браво, браво Essence, что за такую крошечную цену, за 308 рублей, вы сделали поистине качественный продукт. В качественном пластике, с зеркалом, 6 хороших оттенков. Да, с оттенчиком прям как бы не сильно довольна, поскольку он мне в этом макияже не пригодился, но все же он тоже хороший. У теней прекрасная текстура, хорошая пигментация, они хороши в работе. Да, они прекрасны, они, ну, мне кажется, идеальны, можно даже сказать, отличные тени. Я просто в восторге от новинок Catrice и Essence. Я даже не знаю, будет что-нибудь вообще плохое. Вот действительно плохое в новинках Catrice и в новинках Essence. В прошлом видео я не так уж похвалила вот эту тональную основу, но она как бы ничего, но неплохая. Как бы да, прям плохих новинок нет. Вот молодцы, молодцы Essence. Палетку Dancing Green также я могу рекомендовать, если вам нравится такая цветовая гамма. Палетка компактная, удобная, не занимает много места, отличное качество, ну а цена просто персик. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, поскольку все это помогает в развитии моего канала. И до новых встреч! Пока-пока!